Ты куда пришла? Это что такое? Это что такое за нахальство такое нахальное? Ладно, вот тебе бананчик, иди, давай, все. Иди, иди, матушка. Давай, давай, еды больше нету. Иди. Ладно, сейчас еще один бананчик принесу. Такая культурная, как на каблучках стоит, такая дальше не заходит. Все, давай. Давай, 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 солнышко. Все, иди, иди, иди. Чало, чало, все, чало, чало. Молодец, молодец. Умница, понятливая какая. Молодец. Теперь с тобой, да? Ням-ням просишь, да? Куда воду деваете? Собаки, наверное, выпивают. Привет, друзья. Вышла на сансет одна. Сашей делами занят, тем более у него сейчас есть байк. Ну, а я хоть немножко прогуляюсь. Тапочки бы где-нибудь оставить. Прогуляюсь, поснимаю. Сестра, nice to meet you, very beautiful, сундари, сундари, очень красивый. How are you? Good, you good? Also very good, good, good. You taking shell now, no? Yeah. Crabs? Yeah, I will first be playing and after. Ракушки собирают, да? Михенди. Михенди, who put Михенди to you? Who put Михенди? Мама, покажи Михенди. Михенди. Very beautiful. Thank you. Where is your husband? Husband now busy. Later, later come. How are number? Ну давай, пока, bye. Coming in Android? Да, we will come. No, you are coming? Sometime. I don't look you in metro. Sometime. I will come to you. Come my shop. Хорошо. Приходи в мой магазин, говорит. Хорошо, спасибо, thank you. Помни
помните девочку, которая продавала кукурузу? Кинджал или Каджал ее звали. Yes, I know. I know. Narendra Modi from Gujarat. Yes. Very fine PM. Very good. Where are you from? Russia. Russia. You are from Gujarat. Gujarat. Modi. 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 Modi place. Da. Modi place. Yes, I know. Nice. I like Goa. Like Goa very much. And you? Also. Добрый вечер. Доброе утро. Доброе утро. Моля, Моля, привет. Привет. Как дела? Как день прошел? Все хорошо, спасибо вашими молитвами. Наелись, да? Так что я теперь спать не могу. Чего, наелись? Бургеров? Мы съели с этим, манчуриан, потом
халак, а нет, хадай панир, потом мушрум суп, в общем, такая бурая смесь в животе. Каждый себе понемножку заказал. Ясно. А где Саша, у него все хорошо? Да, более чем. У него теперь байк, только его и видела я. Он гоняет это, ездит? Гоняет весь день, гоняет, да. Извини, говорит, я еще не умею тандемом кататься. И придет, посидит полчаса. Ой, мне надо, я же забыл. Ой, мне надо. Обрел крылья. Расправил. Это точно, это точно. А я не выходила, потому что с утра приехали ветеринары, забрали кошечку. И сказали, вечером привезет водитель. А вот орел-то уже и сюда летит на крыльях. А мы съездили с Катей к ветеринару. Ну как? Как ваша собачка? Всех прокололи, а нашу собаку вкололи в него это, чтобы лапа, опухоль спала, у него сильно распухла нога. Сломалась лапа-то? У него, короче, с сустава вышла кость. Ой, кошмар. И она начала упираться в соседей. Ну и, короче, сказали завтра привозить, и мы вам новый бандаж поставим, когда опухоль спадет. Это где? В Сиалиме? Нет. Это Асагао. Ты песочный весь. Ну как? Привет, красавица, привет. Ботача, ботача. Моли, только не прыгай. Моли, моли. Прошу тебя. Привет. Как дела? Да, хорошо. Ну что, darling, nobody call about our cat. Only one lady called and she told me she's going to Bangalore and maybe tomorrow afternoon somebody will come. Afternoon. But we don't have to be home, don't worry about it. What about our cat, cat? I'm waiting for cat all tomorrow day. They bring back. Ah, tomorrow? Okay. Now baby coming, I feed them now. Two white cats, they come back. Ну, окей, cats, yes. У нас еще коричневая родила, пришла стройная, пузо висит, но висит худое уже. А вы не знаете, где они? Нет, не знаю, спрятала. За ней собаки бегали, и то не нашли. Грибочки, давайте грибочки. О! Хочет, чтобы передвинулся немножко молодой человек, но он мне не мешает, в принципе-то. Солнце уже садится. А ты кожу куда делать? Оно в морозилке. Нет? Уже нет. Чуть-чуть, может, чего есть, я посмотрю. Все, мы пошли домой. Я замерзла, ребята. У меня вчера горло болело. Да. Все, пока. Первый пошел, второй пошел. Все, так, давайте. На светском рауте гости отъезжают, гости приезжают по красной ковровой дорожке. Предвкушаешь. Да, классно будет. Ага, ну все, давайте, до завтра. До встречи.